Приветище! У меня для тебя замечательнейшая новость. Вернулся Супраленд. Конечно, это не вторая часть, это всего лишь дополнение к первой, к оригинальной игре. Но говорят, что это практически как вторая часть. В общем, что я болтаю, погнали! Удачи, сынок! Если тебе нравится Супраленд, то прямо сейчас опускайся под видео и ставь там свой лайк. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Божечки, кажется, я потерпел кораблекрушение. Что произошло? И вообще, почему я собирался улететь от отца из этой деревни? Видимо, хотел увидеть большой мир. Что ж, регенерация. Отлично, после кораблекрушения нам как раз пригодится восстановить свое здоровье. Так, монеточки. О, меч! Ты кто такой? Меч мне верни! Смотри, он все... Он мои вещи собирает! Негодяй! Стопы! Останови его! Ученый, ну что ты тут стоял с им пузом тряс? Капец, он привалил вот через этот картонный забор. Эх, да уж. Кости. Обалдеть, а что они тут делают? Я их взять могу? Ну ладно, соберем. Так, во-первых, я хочу подойти к вот этому вот пузану. Вы должны бежать в Оранжбург. Вам наверняка там помогут. Ого, Оранжбург еще существует? Нифига себе, я не знал. Еще что-нибудь расскажешь? Эта штука очень похожа на наши. Нужно обязательно рассказать профессору. Ну, началось. Так, будем, короче, искать лазейки. Давай посмотрим, что у нас тут. Там монеточка есть, как-то разбить нужно. Дом оранжевых находится там, понятно. Тут никак. По всей видимости, через трубу. В трубу не влазю, слишком большой. Так. А, вон там еще есть место, смотри. Что-то там лежит. Какой-то мусор. Давай посмотрим. Ботиночки. Ботинки обрушения. Ух ты. Давно я с ними не прыгал. Дай-ка проверим. О, да. Наверное, вот эти ботинки нам и помогут достать ту монеточку. Бежим туда скорее. Быстрее. А, нитро нет. Я же все потерял. Господи. Ну, давай сейчас попробуем разбить это стекло. Есть. Монеточку достали. Еще монеточку. О, и здесь монеточки. Вот смотри, вот тут, по-моему, батут, да? Ну, по крайней мере, похоже на матрас какой-то прыгучий. Сейчас попробуем воспользоваться. Опа! О! И еще разок. Ништяк! Вот мы и выбрались отсюда. Прощай, профессор. О, еще монеточка. Надо спрыгнуть. И... Есть. Еще раз прощай, профессор. Я полетел. Все, наконец-то мы отсюда выбрались. Но куда нам идти? Я думаю, что вон туда. Хватит ли у меня мощи перепрыгнуть? Или есть другие методы? Нет, походу нам туда. Но я туда не допрыгну, чисто физически. Я уже здесь минут 5 как прыгаю. И мне весело. Я не хочу оттуда уходить. Но надо все-таки валить. Так, включаем мозги. Давно я не соображал так. Супраленд заставляет меня подумать. О, скелетик. Блин, ну по-любому мне только туда, в ту сторону нужно бежать. Там еще, смотри, кубик какой-то лежит, интересный. Так, что же делать? В общем, у меня есть одна идейка. Что если я попробую запрыгнуть на кустик? Вот сюда. А с кустика на камушек. Не, тоже не прокатит. Но, блин. Тогда у меня остается последний вариант. Это включить напор воды. И тогда, вероятнее всего, напор воды собьет картонный забор. Ну-ка. Оу! Тут не напор воды, он выплюнул огонек какой-то. И кажется, ко мне бегут скелеты. Ну, началось. Итак, мой фристайловый прыжок в воду в бассейн без воды. Ребят, привет. Получайте. Опа! Вот это я могу. О, ты не сдох. Как я давно не лупил скелетонов своими башмачками. Что мы тут имеем? О, опустилось. Это шикарно. Я смогу вернуться назад, по крайней мере, к своему кораблю. Что мы здесь имеем? О, монеточки. Магазин.
Подожди. Похоже, Чиж, вот такой же вот, спер мой меч и прочие всякие безделушки. И походу, что он продает мои вещи. Я считаю себя коммунистом, но для тебя я сделаю исключение. И какое же исключение ты мне сделаешь? Скидочку, что ли? Короче, у нас здесь есть за 40 монет вот этот вот зеленый шар. По всей видимости, он какой-то весовой, тяжелый. Также у нас есть усилитель прыжка за 17 монет и скорость X2 за 17 монет. У меня 10 монеток, и я ни шиша не могу купить. А здесь у нас что? Походу, я сюда могу положить какие-то скелетонские конечности. О! Фига себе, шарик. Давай его возьмем. И чё, куда я его могу положить, интересно? Очень интересно, любопытно, но ничего не понятно. Нажать кнопку, и заново появится этот оранжевый шарик. Тут еще есть кости. Заберем. Во, смотри, вот сюда вот шарик могу фиолетовый положить. Но фиолетовых шариков у меня нет, только оранжевый. Нужна красильная машина, чтобы этот подвальчик открыть. Еще конечности какие-то валяются. Заберем. Так. Вот тут вот где-то я видел фиолетовый куб. Фиолетовый куб, он где-то наверху. Полезли наверх. Ладненько, лезем еще выше. Вот он, этот куб. И что там такое? Поднять я его не могу. Попробуем разбить. Опа! Вот это находка! Кажется, я сейчас себе куплю ускорение. 13 монеток, круто. Отсюда я никуда выбраться не могу, пролезть тоже никуда не могу. Тайничков тоже нет. Все. Нужно не упустить ничего. Идем сюда и покупаем ускорение. Или, блин, прыжок. Я даже не знаю. На прыжок у меня не будет монет. А, у меня вообще монет до сих пор нет ни на что. 13 монеток не решает ничего. Значит, идем сюда. Чувак. Погоди. Тут все чуваки какие-то отбросы, знаешь, ну какие-то бомжеватые. Я даже не знаю, кто из них украл мои вещи. Ладненько. Как насчет разбить вот эти вот чаши? Так, нужно вернуться назад, потому что там тоже были такие чаши, и в них наверняка есть деньги. И у меня уже 17 монет, ты прикинь. Опа, кого я там увидел? Какой-то Пеннивайз. Фига себе, я просто на него посмотрел, и мне дали какую-то фоточку его. Так, покупаю ускорение, спасибо. Теперь я бегаю намного быстрее, и это очень хорошо. Так, где-то здесь были тоже кувшины. А, скорее всего, я их разбил, когда прыгал на это стекло. Все, дырявая моя башка. Ты это видишь? Не видишь? А я вижу. Смотри, что тут от нас скрыли. Тайничок. Небольшую коробочку, где спрятано... Сколько? Одна? Две монетки? Такой тайник из-за двух монеток? Серьезно? Да, мир уже не тот, что был раньше. Ладненько, пойдем подойдем к этому бомжонку. Фига, ты весь красный, чел. Еще и это крушение. Оно, между прочим, реально было стрёмноватое такое. Кстати, я такие ракеты у наших ученых видел в Оранжбурге. Возможно, они могут тебе чем-нибудь помочь. Оранжбург находится вон там. Но таким, как я, туда не разрешат вернуться. Ну, это неудивительно. Вот если бы ты приоделся, то ты бы смог пойти со мной. Ладно, не будем об этом. Так, сюда нужен желтенький или даже оранжевенький кругляшок, который мы с тобой нашли. Так, где-то здесь есть. Вот. Возьмем. И туда положим, дверьки откроются, и будет нам счастье. Мы сможем пойти в Оренбург. Отлично. Идем навстречу приключениям. Ух, как тут пыльно. О, чувачки. Все в картонных каких-то коробках, в памперсах. Да вы тунеядцы. Хм, забавно. О, две костяшки сюда поставь и откроется. Поставим. Фига себе. Туннельчик открылся. Так. Ну, по всей видимости, это их город. Город отбросов. Тех, кого выгнали из Оранжбурга. Тут вот, смотри, еще есть какие-то костяшечки. Так. Оу, есть тут кто? Но туда я запрыгнуть не могу. Пока что. Двойной прыжок нужен. Ладно, пойдем поболтаем с этими тунеядцами. Возможно, мы что-нибудь узнаем. Ребятки, привет. Как твое ничего? А, это пупсик. Маленький пупсик. С бычком в руках. Че ты нам расскажешь? А он не умеет разговаривать еще. Понятно. Так, а вы, ребят, что? Нам с тобой не по пути. Так, а вот это что скажет? Ну-ка, хе-хе, трэш.
Какой мусор? Где ты мусор увидел, э? Ты сам как мусор. Тут еще вот есть какие-то костяшечки. Монеточки обязательно заберем. Отлично. В общем, эти ребята не очень сговорчивые. Они вообще не любят болтать. И что-то суетятся. Тут еще тоже костяшечки есть. Заберем. Еще одна розетка. Интересно, эти розетки имеют какой-то функционал или нет? В общем... О, сундучок! Сундук, сундук, сундук. Как же до него добраться-то? Очень интересно. В общем, я сейчас тут все быстренько... Еще один сундук. Кажется... Опа! Здорово! Ну, получилось с первого раза, и со второго, и с третьего наконец-то вышло. С третьего вышло. Так. Ребята, я вам тут обезвредил злостного скелетона. Так что вы мне теперь должны. Я могу, кажется... Нет, я здесь не могу полазить. А тут? Тут могу. О-хо-хо, тайничок нашли. Шикардос, еще монеточки. Так. Давай-ка попробуем теперь как-нибудь сюда запрыгнуть. Смогу? Нет, не смогу. А тут у нас что? О, тут у нас батут. Но он закрыт. Нужно его раскрыть. Вот эту доску поднять. Че, по всей видимости, здесь все. Пришло время лезть вот в эту металлическую трубу. Если можно это назвать трубой. Больше похоже на какую-то полую металлическую конструкцию. О, здорово. Здорово, братиш. Ай, ударил меня разок. Кстати, у меня здоровья что-то маловато. 10 хп из 25. Это прям совсем не круто. А, сюда тоже... О, зеленые шарики. Теперь я знаю, куда их нести. Это хорошечно. Еще один. О, да вас тут двое. Опа. Опа, повеселимся, ребята. Черт, ай. 1 хп. Мне нужно подлатать свое здоровье. Срочно. Мешки какие-то валяются. Надеюсь, не с трупами. Так, тут вроде бы все. Тайничок? Не могу туда залезть, слишком маленькая лазейка. О, монеточка. Что у нас тут спрятано? О, ништяк. Я обогатился. Можем полезть наверх. Давай посмотрим, что это сделает. Это активировало нам прыг-панель. Здорово. Здорово. Ты типа местный бандит? Главарь? Или ты просто пацанчик в кепке и в памперсах? Давай мы к нему сейчас запрыгнем. О, рычажок можно сделать из костей. Ништяк, там что-то опустили. Слышишь, таймер тикает. Значит, это не так бесконечно, как я хочу. Но когда прыгну, есть контакт. Здесь я могу что-нибудь сделать? Нет, не могу. А тут? Монеточка, монеточка. Блин, жалко туда проникнуть внутрь, я не могу так, как я хочу. Через свои кроссовочки брутальные. Так. Чё, пойдем поболтаем с этим крутым пацаном. Тут никак. Надо вернуться обратно. Опа. Эй, пацанчик. Не могу сюда запрыгнуть. Ай, упал. Еще разок. Опа, есть. Эй, пацан, я к тебе в гости пришел. Чё расскажешь? Эй. Это хорошо, что большой брат Эмиль смотрит за нами здесь. Большой брат Парсиваль заботится о нас. Ясно, у вас тут одни большие братья. Забираем здесь монетку. Вот тут вот еще есть. Отлично. Надо будет сбегать в магазин. Тут, походу, все. Погнали на прыг-панель. Юху! О, нас как раз и в магазин отправили. Шикардос. Так. У меня, в принципе, недостаточно монет, чтобы купить зеленую сферу. Но я могу купить улучшение для своих ботинок. Шикарно. Теперь я стал мощнее. А, это не улучшение для ботинок, я теперь выше прыгаю. Вон на чё. Да, мой английский я оставляю желать лучшего. Вот сейчас мы это и проверим. Раньше я на эти блоки не мог запрыгнуть, а теперь... Вообще просто и легко. Кстати, я здесь, по-моему, не был. Опачки. Хорошо, что заскочил сюда. Ништяк. Больше никаких тайников тут нету, надеюсь. Попробуем запрыгнуть... Не, сюда я точно не допрыгну. Слишком высоко. Чё насчет того, чтобы мне открыть вот эту панель? Ой. Не, по всей видимости, мне тут какая-нибудь пушка нужна будет. Так просто я не открою. Давай-ка мы вначале вот здесь вот все разведуем. Потому что я так быстренько тут пробежал. Тут вот есть вот такая штука. Лазер. Для чего-то. Для чего непонятно. Вот тут вот могу залезть. Смотри-ка. Кувшинчики.
А, кажется, я понял. Сюда я должен положить какой-то шарик. Он будет вот так вот катиться и создаст преграду этому лазеру. Тем самым смотрим по проводку, куда чего, как этот проводок ведет куда-то за стену. Куда-то за стену он ведет. По всей видимости, он ведет. Нифига себе, как он далеко. Ого-гошеньки. Он в самое начало меня ведет, этот кабель. Куда же ты меня ведешь? Ну-ка, нифига себе, за кусты. Вон что он откроет. Какую-то дверь, что ли? Там кнопка есть. Обалдеть. Удачненько я за кабелем сбегал. Сундук. Ништяк. Полоса здоровья. О, крутотенечка. А я смогу вытащить этот шарик сейчас отсюда? О, смогу. Ну так пойдем положим его туда. Вначале я просто попробую сделать вот так вот. Ну да, все срабатывает. Теперь остается мне его поставить здесь и добежать до той двери. Кладу. Он покатился, а я бегу. Я бегу. Как можно скорее, быстрее. Прыг-панель нужна будет. Прыг-панелечка моя. Прыгаем на прыг-панель. Опа. И... Нужен. Я должен успеть. Так. И тот шарик. Давай же. Ну же. Ладно. Подождем. Надеюсь, он там нигде не застрял. О! Отлично! Профуфукал я момент. Черт подери. Я ждал где-то минутки две, наверное. Но, по крайней мере, я убедился, что все работает. Где этот волшебный шарик? Шарик, иди сюда. Ты мне нужен. Попыточка номер два. Давай. Нигде не застрянь, хорошо? Будь молодчиком. Я его немножечко подопну, ускорю. А, что-то он не пинается. Ладно. Все, возвращаемся. Стану прям впритык. Главное не упустить момент. Как только откроется, я сразу туда забегу. Надо быть на спринте. Я жду. Главное не упустить момент. Есть момент. О-о-о, я взобрался сюда. А что вот эта кнопка делает? А, она двери открывает. Все понятно. Че, полезли наверх? По этим картонным мостикам. Опа. Какие тут иголки опасные. Надеюсь, они мне не причиняют вреда. А если причинять, то это будет очень больно. Так. Тут у нас косточки. Косточки, конечности. Взбираюсь все выше и выше, еще кости. И что, и все? И все? Но только вот сюда вот я могу еще прыгнуть. Так. Опа. Вот это я тут скалолаз, слушай. Что тут? Сундук! Стомп дэмэдж плюс 3. О! Плюс 3 дамага к моим ботинкам. Ништяк. Тут вроде бы я все, да? Все проверил, все нашел. У-у-у, падаем. Вот это удачненько, это ничок нашел. Что ж, теперь наша цель попробовать запрыгнуть вот на... Нет, наверное, я не запрыгну на эту деревяшку. Как мне это осуществить? А, вот, все, я понял. Значит, включаем и бежим сюда. Давай, я успею. Опа! Ништяк, как раз. Теперь перепрыгиваем сюда. Здорово. Это, по всей видимости, большой брат. Один из больших братьев. Как тебя зовут? Ты кто такой? Ага, этот тип мечтает получить какую-то землю. Какую-то землю непонятную. Где-то там, наверху, он мечтает, видимо, выбраться с этой песочницы, где мы находимся. Братиш, я тебя разочарую, я на ракете хотел свалить, и у меня это не получилось. Кстати, вы какие-то очень маленькие. По сравнению с вами, я гигант. По всей видимости, это подростки. Так, куда нам дальше нужно идти? А, ну вон, за той монеткой большой, естественно. Прыгаем сюда. Ага, отлично. 19 монет у нас есть, здорово. Что у нас тут? Еще монеточки и какая-то кнопочка. Что она активирует? Она активирует батут. О! Ого, а что мне, в принципе, это дало? Я могу прыгнуть вот так. Опа! И запрыгнуть сюда. Хм. Странно, любопытно и непонятно. Вот эту штуку могу активировать, смотри. Ага. Там что-то открылось внизу. Пойдем проверим.
Что же тут открылось? А, вот проходик открылся какой-то маленький. Но туда я пролезть не могу. Возможно, сюда пролезет шарик. Мне нужно туда шарик пульнуть. А мне туда нужно по-любому попасть, потому что тут есть сундук. Сундук. Где машинка-уменьшалка? Есть ли она тут вообще? Так. О, смотри. Ништяк. Вот и тайничок. Нашли. А вот и сундучок. Искали одно, получили другое. Что у нас тут? Еще урон к моим башмакам. Косточки какие-то тут захоронены. А, ну тут нет прохода. Ладно, валим отсюда. Нам нужно с тобой каким-то макаром теперь. А каким, непонятно. Хм. Вот там вот, за этой стеной сундучок. Вон он. Прямо его видно. Кстати, по-моему, я его могу даже открыть. Или не могу. Есть, я его открыл. И там что-то упало. Что же? Зеленый шарик. И как же мне его теперь... Подожди. Есть одна идейка. Есть одна идейка. А, нифига себе, это не зеленый шарик. Урон X2. Это... Помнишь, у нас был бластер, который стрелял вот этими ядрами? Пушка телепорта. Где же мне ее достать? По всей видимости, я очень рано открыл этот сундук. Да. Пушка телепорта, точно. При помощи нее я бы смог туда проникнуть. О, кстати. Вот этот столбик нужно опустить. Так, так, так. Радиус обрушения плюс 50 сантиметров. Ништяк. Смотри, что я нашел. Обратил внимание вот на этот кабель. Тут двери. И они откроются, если сюда положить 50 килограмм. Интересно, вот этот шарик сколько у нас весит? Ну-ка, иди сюда. Он весит у нас... Кладись. Сколько он весит? 5 килограмм? Да ну нафиг. Теперь оп, оп, оп. Теперь вот сюда. И забираем монеточки. Во, в принципе. Я могу еще сюда спрыгнуть. Я думаю, что пора нам остановиться. Мы и так очень много чего сделали сегодня. Уверен, что дальше будет только интереснее. Поэтому, если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.